Занятия спортом на свежем воздухе пользуются большой популярностью у людей самого разного возраста. Ведь они не требуют покупки специальных абонементов в фитнес-центр или экипировки и при этом очень полезны для здоровья. Упражнения на уличных тренажерах помогут улучшить не только общее самочувствие, но и подарят заряд хорошего настроения. Щелково располагается более 25 воркаутов, или другими словами, спортивных зон, где совершенно бесплатно в любое время суток и в любое время года можно заниматься различными физическими упражнениями. Мы побывали в нескольких точках города, где расположены уличные тренажеры. У ФОКа на Дальнем Воронке, в Щелково 7, на улице Заречная, в микрорайоне Чкаловском и Загорянке. И узнали у жителей, почему им так нравится заниматься на уличных тренажерах. Мне очень нравится. Заряжаешься позитивным настроением. Физическая подготовка, дышим свежим воздухом. Все очень хорошо. Мой ребенку очень нравится заниматься здесь. Здесь вот самые лучшие тренажеры в округе. Мы живем недалеко, и мы стараемся каждый день. Ребенок занимается, ему нравится. Большинство из запрошенных занимаются спортом с помощью тренажеров на улице ежедневно, на протяжении долгого времени, и уже не могут представить свою жизнь без этого. Занимаюсь на тренажерах, ну сколько живу уже здесь, уже 9-й год. Для людей среднего возраста и пенсионеров это приятное времяпрепровождение и, конечно, здоровье. Мы с удовольствием занимаемся на разных приспособлениях. Вот лично мне очень нравится, потому что здесь очень разнообразные, на разные там мышцы, и я вот с удовольствием тут хожу. Несомненным плюсом уличных тренажеров является не только возможность занятия спортом на свежем воздухе, но и их максимальная простота в использовании. Разобраться в их эксплуатации совсем несложно, но важно помнить, что детям до 12 лет можно тренироваться на тренажерах только под присмотром родителей. Заниматься физкультурой на свежем воздухе действительно очень здорово. Это как будто заряжает энергией. Я для себя нашла еще один очень интересный тренажер. Он помогает держать в тонусе ноги и нижнюю часть туловища. И, мне кажется, сжигает очень много калорий. Вот этот тренажер называется силач. Он направлен на развитие грудных, мышц спины, а именно большая дельта, и мышц рук. Для выполнения упражнений необходимо сесть с ровной спиной. За спиной не должно быть ничего лишнего, то есть ни рюкзаков, ничего. Спина должна плотно прилегать к спинке тренажера. Руки под 90 градусов согнуть, взяться за рукоятки тренажера. Для выполнения необходимо распрямить локти и в исходное положение. Занятия на уличных тренажерах – это действительно очень удобно и полезно. В Щелково их очень много, вы можете найти ближайшие к вашему дому. Поэтому, если вдруг еще не опробовали такие занятия на свежем воздухе, то сейчас самое время. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.